Готовил, значит, были обнаружены тоже мины ТМ-62. Я готовил площадку для сдергивания, потому что там дамба достаточно узкая была. Ну и при подготовке наступил на мину ПМН-2. Достаточно сложный участок был, миноискатель не работал, там очень много гравия было, осколков и так далее. И все покрыто толстым слоем гравия, то есть щуп практически, ну, не прощупывал я эту мину. Ну, итог наступил. Готовы? Увага! Выбух! Выбух! Дело в том, что я всю жизнь в этой работе, это раз. Во-вторых, она мне нравится. Также хлопца своих не могу кинуть. Да, ну, работу делать кто-то эту должен. Бежать все время. Це відбулося 13 вересня 2022 року під час проведення розмінування здійснився підрив протипіхотної міни ПМН-2, внаслідок чого була пошкоджена стопа. Мотивація – це привести, ну, якби в безпечний стан в нашу територію, щоб пошвидше можна було вернутися до мирного життя. Что ты делаешь? Что я сюда?